зампредседателя правительства Ставропольского края, задержанного по подозрению в коррупции. Речь идет о взятках на общую сумму свыше 63 миллионов рублей, которые, по версии следствия, Александр Золотарев получал в течение нескольких лет. Как только чиновник почуял неладное, решил поскорее скрыться из региона, но оперативники успели перехватить его в аэропорту. Чиновнику инкриминируется получение взяток за покровительство при реализации госконтрактов по строительству корпусов краевых медицинских учреждений. Александра Золотарева уже арестовали. После разразившегося скандала весь кабинет министров края отправили в отставку.